Всем привет, вы на канале интернет-магазина Lampa.ua, меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра от производителя TK Lighting. В коллекции предлагается всего три модели, они отличаются цветом плафона, это у меня серый, есть еще бежевый и белый. Плафон из стекла, размер его 38 сантиметров на 38, большая его часть матовая, только вот внизу прозрачное стекло, металл, цвет металла хром, то есть зеркальная поверхность. Люстра на одну лампу, патрон Е27 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я установил LED-лампу, потреблением 8 Вт, выдает такая примерно 60. Включенной люстра выглядит вот так. Ну, здесь через матовую часть стекла свет, конечно, не так сильно будет рассеиваться, как здесь, как вниз. И, в принципе, ну, не только вниз, за счет этой прозрачной части это рассеивание будет довольно широким. Вот, но все равно, в целом, освещать люстра может хорошо. Все зависит от мощности лампы, которую вы будете использовать. То есть, как основной источник освещения, такая модель вполне подойдет. Площадь может быть комнаты до 8 квадратных метров. Высота ее максимальная 140 сантиметров. Минимальная она может быть 50. Крепится на крюк, диаметр потолочной чаши 10 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!